То, к чему я стремлюсь, это мир для покемонов, и только для них. Я отделю покемонов от людей, чтобы покемоны смогли восстановить свою былую силу. Пришло время разобраться с этим раз и навсегда. Моя решимость абсолютна. Я докажу ценность моих убеждений, даже если это значит, что мои покемонские друзья пострадают. Раз уж ты зашел так далеко, я уверен, что ты также решителен. Если это так, докажи мне. Покажи мне глубину твоей решимости. Ты прошел весь этот путь, чтобы сразиться со мной, но Реширан не реагирует. Ты еще не был признан героем, не так ли? Какое разочарование. На самом деле, ты мне даже немного нравился. Через наши многократные битвы, я почувствовал, что ты можешь быть тренером, который действительно заботится о покемонах. Но я обманывал себя. Сама идея о тренерах, узнающих друг друга с помощью сражений, нелепа. У тебя есть два варианта. Сразись со мной в битве, которую тебе не выиграть. Или покинь это место и смотри, как рождается новый мир, где покемоны свободны от людей. Зекром, приди ко мне! Светлый камень, он трепещет в сумке. Твой светлый камень, он... В смысле, Реширан, он... Светлый камень втягивает ауру из окружения и превращает ее в ощутимую силу, которая теперь... Освобождается! Зекром и Реширан. Однажды они были одной жизнью, одним покемоном. Полностью противоположные, но одни и те же. Зекром и Реширан — это покемоны, которые появляются перед героем, которого они признали. А, понятно, ты тоже действительно герой. Я скажу, что этот покемон говорит тебе. Я хочу сразиться с тобой, попытайся сделать меня своим другом и товарищем. Он желает протестировать тебя, чтобы понять, действительно ли ты преследуешь правду. Мне тоже интересно увидеть, насколько ты силен. Теперь поймай Реширана и сделай его своим товарищем. Приготовься, иди к нему. Реширан сожжет тех людей, кто не сможет держать правду в своем сердце.
Решарам, гигантский белый покемон. Этот покемон появляется в легендах. Он испускает пламя из своего хвоста, сжигая все вокруг него. А, понятно. Решарам, которого считают тем, кто предоставит свою мощь герою, ищущему правду, признал твою силу и теперь согласен стоять на твоей стороне. Постой, твои покемоны пострадали. Нет триумфа в сражении с ослабленным оппонентом. Теперь я создам будущее, о котором я мечтаю. Я заставлю тебя склониться предо мной. Ты действительно считаешь, что можешь остановить нас этим? Мой последний друг, пожалуйста, поделись своей храбростью со мной. Мир собирается выбрать тебя, а не меня?
все обрушено. Идеалы, которые я нес. Мечты, которыми делились покемоны. Зиком и я были побеждены. Твоя правда, твои чувства, похоже, они были сильнее, чем мои. Реширам и Зиком. Каждый из них выбрал разных героев. Разве это возможно? Два героя, живущих в одно и то же время. Тот, кто ищет правду, и тот, кто преследует идеалы. Могут ли они оба быть правы? Я не знаю. Не отвержением отличающихся идей, а принятием этих идей мир создает химическую реакцию. Вот это настоящая формула изменения мира. После всего этого ты думаешь, что все еще имеешь право разделять имя Гармония со мной? Ты ни на что не годный мальчишка! Для начала, я побудил Энн преследовать идеалы. Смысл пробуждения легендарного покемона был в том, чтобы дать моей команде плазма больше силы. Силы, чтобы контролировать трусливые массы. По крайней мере, это сработало. После твоих слов о том, чтобы поверить в свои убеждения и сразиться, чтобы понять, кто из избранных легендарными покемонами был настоящим героем? Ты проиграл обычному тренеру! Есть такое понятие — быть слишком тупым! Прибавить это, и ты не более чем извращенный, дефектный мальчишка, который не знает ничего, кроме покемонов. Гилберт, я даже не мог представить, что легендарный покемон может выбрать такого тренера, как ты! Это совершенно застигло меня врасплох. Это не меняет мою цель. Мои планы не были нарушены. Чтобы полноценно править этим миром, чтобы манипулировать сердцами людей, которые ничего не знают, я заставлю Энн быть королем команды Плазма. Но чтобы это сработало, ты, раз уж ты знаешь правду, ты должен быть устранен. Править миром? Разве целью команды Плазма не было освобождение покемонов? Это была лишь удобная ложь, в которой я нуждался, чтобы создать команду Плазма. Думай головой, что мы получим с того, что позволим уйти таким полезным вещам, как покемоны? Безусловно, манипулирование покемонами помогает людям расширить свои возможности. С этим я могу согласиться. Из этого очевидно следует, что только я должен быть способен использовать покемонов. Ты дурак, это нелепая идея. Да говори, что тебе хочется. Покемон, даже если он считается божеством, все равно лишь покемон. Гилберт, что с того, что он избрал тебя? Это не значит, что ты угроза. Давай! Теперь ты встретишься в битве со мной! Я не могу дождаться увидеть выражение твоего лица, когда ты потеряешь всю надежду! Гилберт! Я не позволю никому остановить меня! Неважно, кто что сделает! Я ожидал именно такой тип атаки.
Что здесь происходит? Мои расчеты. Нет! Мои осторожные схемы! Мир должен быть моим! Что? Я создал команду Плазма моими собственными руками. Я абсолютно идеален. Я совершенство! Я идеальный правитель идеального нового мира! А теперь, Энн, ты все еще думаешь, что покемоны и люди должны быть разделены? Ма-ха-ха! Раз уж я сам не мог стать героем и получить легендарного покемона... Я приготовил кое-кого для этой цели, Энн! Он не более чем урод без человеческого сердца! Ты думаешь, что можешь достучаться до такого извращенного человека, как этот? Альдер, слушать его бессвязную болтовню – пустая трата ценного времени. Это он сам без человеческого сердца. Ты прав, он действительно жалкий. Энн, я уверен, что тебе нужно о многом подумать. Я знаю, что ты преследовал идеалы не из-за манипуляций Гездиса, а потому, что твое сердце было действительно вдохновлено. Вот почему ты смог встретиться с легендарным покемоном.
Но я не имею права быть героем. Это так? То, что ты и легендарный покемон будете делать с этого момента... Это важно, не правда ли? Говоришь так, будто ты понимаешь. До этого момента мы сражались друг с другом за наши убеждения. И несмотря на это... Почему? Энн, даже если мы не понимаем друг друга, это не повод отвергать друг друга. У любого аргумента есть две стороны. Есть ли одна точка зрения, которая ответит на все? Подумай об этом. Я хочу поговорить с тобой кое о чем. О том моменте, когда я впервые встретился с тобой в городе Акумула, я был шокирован, когда услышал, что говорил твой покемон. Я был шокирован потому, что этот покемон сказал, что ты нравишься ему. Он сказал, что хочет быть с тобой. Я не мог понять это. Я не мог поверить, что были покемоны, которым нравились люди. Потому что до того момента я не знал ни одного такого покемона. Чем дальше шло мое путешествие, тем более неуверенным я становился. Я продолжал встречать только покемонов и людей, которые общались между собой и помогали друг другу. Вот почему мне была нужна битва с тобой, чтобы подтвердить мои убеждения. Я хотел, чтобы мы сразились как два героя. Мне было нужно это больше, чем что-либо. Невозможно, чтобы человек вроде меня, который понимает только покемонов... На самом деле нет, я не понимал их тоже. Невозможно, чтобы я мог сравниться с тобой, когда ты увидел так много покемонов и был окружен друзьями. Чемпион простил меня и... То, что я буду делать теперь, я должен решить сам для себя. Гилберт. Ты сказал, что у тебя есть мечта. Это мечта. Исполни ее. Сделай свою чудесную мечту реальностью, и она станет твоей правдой. Гилберт, если кто-то и способен на это, то именно ты. Что ж, а теперь... Прощай!